Свиха, свинка, и сегодня буду играть в мини-игру Bed Wars. Так, для начала собираем 4 золота, чтобы застроить кровать деревом. И там уже какой-то игрок. Все, 4 золота есть, погнали. Покупаем дерево и просто шерсть обычную. Отлично, я застроил. Так, с той стороны ко мне пока никто не идет, отлично. И теперь у нас два варианта. Либо накопить ресурсов, либо на него напасть. Но я, наверное, сейчас лучше накоплю немного ресурсов. Так. Еще одно золото, и у меня будет меч. Давай. Есть все, 7 золота. Отлично. Готово. Покупаем себе немного инструментов. И идем смотреть. Ага, он ко мне уже строится. Хорошо. Надо попробовать построиться выше, чем он. Так. И главное быть аккуратно, чтобы он меня не скинул. Ой-ой-ой, ребята. Есть, он умер. У меня есть время, чтобы его сломать. У меня есть время. Так, это так, ребята, все. У него не скрывать. У него нет больше кровати. Отлично. Есть, ребята, я его еще убил. Просто отлично. Так, забираем новые ресурсы. Хорошо, и покупаем себе железную броню. И также золотое яблоко. Так, у меня есть 18 золота, а я хочу купить вот такой вот лук за 20 золота, и мне надо еще немного накопить, хорошо. Пока что я куплю защитника мечты, это голем, чтобы он на всякий случай меня защищал, если вдруг на меня кто-то нападет. Так, а теперь мы собираем еще золото, отлично, и идем покупать лук. Лук есть, и стрелы тоже, зашибись. Ну, а теперь можно построить дорожку к центру, а у меня совсем нету блоков, ладно, надо для начала их купить. Покупаем блоки и ножницы. И еще немного стрел. Так, ребята, тут у меня какой-то серый игрок. У меня есть лук, поэтому я буду пытаться его скинуть. Так, аккуратно. Ага, он убегает, хорошо. Я пойду за ним, ребята. У него, скорее всего, есть изумруды, потому что он только что пришел из центра. Надо как-то его бить. Давай, ищи-то. Один удар есть. Так, ребята, у меня есть шанс его убить. Ставим голема, ставим быстрее голема. Есть. Блин, я умер, ребята, я умер, но голем его все-таки убил. Так, ладно, все хорошо. Значит, развиваемся с самого начала. Берем меч, берем блоки. Берем 2 золотых яблока и еще немного блоков. Хорошо. Теперь иду на соседнюю кровать и там тоже соберу немного блоков. Немного ресурсов. Кстати, этот серый был последний, у него больше нету кровати, и поэтому я его убил с концами. Он больше не сможет возродиться. И это очень-очень хорошо. Так, аккуратненько проходим. Отлично. Итак, у меня есть 20 золота как раз на лук. Отлично, лук готов. И нам надо накопить еще на голема. Так, ребята, там ко мне кто-то идет. Ко мне там кто-то идет, какой-то красный. Ага, надо аккуратно, пока он не знает, что я здесь. Посмотрите, тут наш все, когда приблизится, я его просто возьму и убью. Так, он уже близко, ребята. Погнали. Все, я его убил. У него не было ничего. Ну да ладно. Так, и мне нужно вернуться бы на свою базу, пока ее кто-то не сломал. Сейчас я заберу все ресурсы и пойду на свою базу. Еще заодно забегу и заберу алмазы. Так, прокачиваем броню и покупаем исцеление. Хорошо, теперь я еще куплю голема. Готово, и стрел на лук. Я купил еще один лук, ладно. Так, пока что никого нет, я могу купить еще что-нибудь. И это будет 2 огненных шара. Так, и что же мне делать теперь? А теперь я пойду на центр и попытаюсь кого-нибудь сломать. Так, у нас остался кто? Я, синий и красный. Итак, погнали на него тогда. На синего. Потому что он недалеко от меня. А там на центре кто-то только что бегал. Так, аккуратно. Надо съесть золотое яблоко. У него явно есть изумруды, надо его убить.
Это красный, это красный. Так, аккуратно, аккуратно. У меня есть лук, у меня есть лук. Я могу его попробовать убить. Так, ребята, голем ставим. Голем, помоги мне. Есть, я убил. И у него не было ни одного изумруда, ну серьезно. Ладно. Так, собираемся, что тут есть. По три везде, везде по три изумруда. Так, забираем все и просто уходим отсюда. Как можно скорее. 6. Нужно быстрее, быстрее. 9 и последнее, последнее. Все, отлично, 12 штук. Просто валим, просто валим. Главное, только это не потерять. Потому что это будет очень-очень обидно. Все, никого нету, никого нету, хорошо. Так, у меня 12 изумрудов, и я куплю себе... Так, для начала соберем еще эти ресурсы. Куплю себе нагрудник. Точнее, не нагрудник, а броню и меч. Отлично. У меня еще 2 изумруда. Потрачу я их на что? Даже не знаю. Пока что оставлю их у себя. И куплю себе еще немного стрел. И золотых яблок. Также еще одного голема. А, у меня на него не хватает ресурсов. Ладно. Добудем еще. Так, ко мне идет красный. Ну, не ко мне, а к моему соседу, но все же. Так, он там. Надо как-то аккуратненько его бить. Ага, ребята, он идет ко мне. Он идет ко мне. Нужно его скинуть. Так, у меня есть фаерболы. Есть, я его скинул, отлично. У него 5 ничего не было, ну серьезно. Ладно, пока что улучшим что-нибудь, что я могу улучшить. Улучшу меч. И куплю еще одного голема. Готово. И еще немного блоков. Все, ребята, я готов. Готов куда-нибудь идти. И пойду еще, наверное, к красным. Потому что он постоянно ходит ко мне. Так, забираем алмазики и идем. А вот и он, кстати. Так, он где-то здесь, и надо его убить. Погнали за ним, погнали за ним. Он меня пал, ребят, он пал в меня. Голем, не стой, бей его. Почему мы голем стоит? Опа, есть, готов. Минус красный. Так, и просто погнали. Погнали на его базу. Потому что он меня уже заколебал. Надо его убить. Так, ребят, я уже почти у него. Я уже почти у него. Вот его база. А где же он сам? Вон он. Отлично, я вижу его. Сейчас я попробую скинуть. Есть, я убил. Надо как можно быстрее пойти и его сломать. Так, он сейчас возродится, надо его убить для начала. Есть, я убил, теперь как можно скорее его ломаем. Есть, и просто убегаем. Пока он не убил меня. Потому что у меня нет, совсем нету хп. Просто уходим, просто, ребята, уходим. Тут еще синий, ребят, тут еще и какой-то синий. Ай, плохо дело, плохо дело. Надо валить, ребят, надо валить. Так, он не догоняет, он меня догоняет. Скорее валим, скорее валим. Так, я готовлю лук, я готовлю лук. Где ты? Вот он. Бежит за мной, он без меня бежит, ребят, он бежит за мной. Так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Есть, я убил его. Фух, это было очень сложно. Я сломал красного и убил синего. Отлично. Так, и нужно как-то еще немного взять себе ресурсы, потому что у меня их совсем не осталось. Так, ко мне пока никто не идет. Нет, ко мне пока никто не идет. Отлично. Нужно сходить на соседнюю базу и забрать ресурсы там. Ага, красный уже идет, ребят. Красный уже идет. Почему вы не сражаетесь между собой? Почему именно со мной? Отлично, я его скинул. И если я его убью, то он больше возродиться не сможет, потому что я сломал ему кровать. То есть нам нужно просто его убить.
Так, я даже не знаю, что мне делать. Он там сидит и выходить не хочет. Ага, ребят, он уходит, он пытается уйти. Ну, пусть уходит, ладно. Там красивее, может, он его убьет. А нет, он все-таки решил не уходить. Все, он валит. Он валит. Пусть ходит, а я пойду на базу. Так, для начала на эту базу, потом на свою. Скорее, 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 пока ко мне никто не пришел. Так, есть. А теперь идем на мою базу. Так, надо купить ловушку, чтобы или что, я знал, что ко мне кто-то пришел. Так, вот, у нас ловушка, два алмаза. У меня их целых 16. Отлично, куплю еще одну ловушку. И прокачаю себе броню. И еще раз броню. Отлично. Так, теперь нужно купить еще одного голема. Так, даже двух. Нет, только одного. Голем есть. Блоки есть. Куча стрел. Есть. И золотые яблоки тоже есть. Отлично. И пока что ко мне все-таки опять никто не идет. Красный еще живой. Надо пойти убить синего. Ну, не убить, а сломать. А, у меня же было два изумруда. Я могу с помощью них купить тебе зелье невидимости. И пройти на базу синего невидимости. Так. Вот они. Покупаем зелье. Отлично. Теперь спокойненько идем. Главное только не умереть раньше времени. Так, 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 так. А вот и синий, а вот и синий. Пришел ко мне. Попробуй не использовать големы и убить его просто так. У него совсем нет хп. Есть, он готов. А где же красный, мне интересно? Главное, чтобы пока я пойду ломать синего, меня не сломал и красный. Потому что это будет очень плохо. Так, никого не вижу. Ладно, пойду на базу синих. Пью зелень невидимости на 30 секунд. Все, у меня есть ровно 30 секунд. Так, и как ему пройти? Серьезно, сюда? Вот, блин. Ребята, тут красный, тут красный. Он тоже решил сломать синего. Мы с ним будем вместе. Нет, все-таки я убью его прямо сейчас. Пока он меня не видит, я его убью. Погнали. Готов, красный готов. Осталось только синий. Все, остался последний игрок. И я до сих пор не видим. Все, уже видим. Так, ладно, погнали. Вижу синего, он там закупается. И пока он закупается, мне шанс. У меня шанс к нему продаться незаметным. Все, я у него на базе, ребята. Я у него на базе. Надо быстренько его убить, пока он меня не видит. Все, он закупился, ребята. Ставим тут вот голема. И скорее ломаем его кровать. Все, кровать сломана. Кровать, ребята, сломана. Осталось только его убить. Есть! Все, ребята, есть. Он был под последний. Победа, победа, победа. Еще раз победа. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кай. Всем удачи и всем пока.